Такая погода. Умереть и не встать. Умереть и не встать. Умереть могу? Не, умереть не могу. Трое детей. На ноги поднимать. На ноги поднимать. Все говорят, на ноги поднимать. Можно подумать, она у меня в 13 лет только ползает. Только ползает. Нет, они говорят, надо на ноги поднимать, его поднимать. Смотри, ходит. Чё ты прикопалась еще и стародящая? Ходит. Научился еще, 2 года уже ходил. Какая я красивая. Боже мой, уставшая. Уставшая, Боже мой. Хорошо. Шашлык пошли делать. Ты хорошо. Давай, делай шашлык. Какие последствия были? Ой, ты не спрашивай меня, деточка моя, чтобы не сглазить, то как начнешь говорить, эти последствия новые вылезают. Я сказал, у меня детей нет, когда прямой эфир. Ты портишь футболку, она очень дорого стоила. Я похудею, себе заберу, если не перестанешь себя так плохо вести. Уйди! Будет. А я не знаю, пожалуйста, мне не надо свои гаджеты, я не знаю. Я знаю, как полы мыть, пожрать, приготовить. Уйди. Я уже нашла взглядом палку, которую тебе по сраке сейчас надаю. Зачем столько золота надела? А куда же его девать, тумбочки хранить? Ты что думал? Я золотая женщина, просто не все это сразу видят, и надо как-то им сказать. А я очень, очень скромная. Не хочется хвастаться. Вообще не могу хвастаться, не люблю. Это хвастовство. Это, знаешь, это они там на Первом канале все у космос летают. Слышал я. 100 миллионов или миллиардов, я даже не знаю, сколько это нулей. Мы математику 8 лет учили, до этой цифры не дошли. Не дошли до этой цифры. Я не знаю, сколько это денег. А ты мне говоришь, это что? Слушай, я пошла пуховик покупать. Пуховик. 80 тысяч стоит. Армани такой красивый. Я вот думаю, это что этот Армани так дорого продает? Он что, эти пуховики на Мальдивах шьют, что ли? Посмотрела, нет, оказывается, написано «Made in Armenia». О, я так хотела в Армению съездить, сейчас понимаю, там все так дорого, не поеду. Не поеду я, там дорого все. Я вообще поэтому вот сережки за 12 тысяч купила, а ты говоришь, дорого. Золото все одела. Это вместо пуховика купила я. Все равно на улице холодно, я дома больше хожу. Зачем мне этот пуховик? 2 раза одела, в гости пришла и снимать надо, в шкаф прятать, и никто не видит, что у тебя такой дорогой пуховик. Обидно такие вещи покупать за дорого. Вообще бесплатно должны давать. А это пуховик сняла, раздела, и там золото за 12 тысяч. Все. Лайфхуяк сейчас был. Он жрать хочет. Не, он ел уже. Ел? Да, он ел. Может быть, он...